УДК «Солнечное» многолюдно. На общем построении здесь собрались представители всех подразделений Одинцовской полиции. За исключением тех сотрудников, кто находится на дежурстве. У правоохранителей проверяют удостоверение, жетон с личным номером и состояние формы. Приготовили служебное удостоверение для проверки. Оценивают строго, все замечания фиксируют. Тем, кому это необходимо, дают время исправить недочеты. Повторный осмотр построения для сотрудников, а также двухчасовое занятие по строевой подготовке пройдет уже в эту субботу. Сейчас, в соответствии с требованием приказа, форма одежды следующая – это китель или куртка ПШ, соответственно, брюки, фуражка, рубаха, галстук. Также должны быть все регалии, то есть нагрудные знаки, соответствующие образование сотрудника, соответствующие награды, если таковые имеются на кителе у сотрудника. Также проверялось наличие служебного удостоверения, нагрудного знака и жетона с личным номером. Тех сотрудников, кто на построении из-за дежурства не присутствовал, ожидает отдельный смотр. В целом же результаты проверки правоохранители признали удовлетворительными. Полицейские к летнему сезону готовы. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Разделение.